Это четыре две стороны. Привет. В общем, вчера я поговорила с Ахмедом. Он слегка не в настроении. Не могу понять пока, в чем дело, но это его состояние означает, что нам надо постараться, чтобы его взбодрить. А ничего лучше победы C11 в СПА и не должно быть. Ах да, СПА 90-го года. Тогда автомобили Mercedes-Benz C11 финишировали на первой и восьмой позициях, в то время как Йохан Масс и Карл Виндлингер лидировали, Маро Балди и Жан-Луи Шлессер отстали. Но все равно же оба попали в первую десятку. Такой результат впечатляет, а я, между прочим, ни в одной из команд тогда не работал. Хотя в то время мне было всего 2 года от роду, но думаю, мы все знаем, что и тогда я запросто мог машину настроить. Верно. Что же, запустим шарпо эриковский. Ничего особенного, просто немного разберемся со скоростями гоночных автомобилей. Посмотрим, сумеешь ли ты победить в этой гонке. Поехали. Три круга. Просто выиграть. Погнали. 20-е место. Ну, думаю, за круг должны справиться. Зачем еще 3 круга? Это загадка. Так, аккуратненько. Без аварий. Гомос. Немного заблокировал. Так, а вот и первая двойка. Мартинес. Тоже пытался заблокировать нас. Остался один Сантос. На автотормозе. Неплохо. Все работает. Так, 250. Выбрасываем на этом вираже. Немного заранее тормозим. Выбираем место для обгона. Пораньше. И на полную. Без особых проблем. Аппарат прокачан. По идее, как надо. И за первый круг справляемся. Перемещаемся под финиш. На третий круг. Победа. И уже надо на ремонт. Итак, я запускал симуляцию, и судя по результатам, ты просто обязан победить в этом автокроссе. Никаких заносов, никаких сходов с трека, никаких повреждений автомобиля. Ахмед, ты готов? Причем Ахмед? Мы готовы. Так, ремонт прошел. Без ремонта не удалось тут проехать как надо. Торможение 160. Здесь немножко тормозим.
перед поребриком. Вернулся аккуратно. Чуть тормоза и набираем. 30 секунд. Было. Вошли. Вовремя. 0.28 против 298. Когда ж уберут эту рекламу? Я совсем не впечатлен. То, что один и тот же автомобиль занял 1-8 место, означает, что главную роль здесь играет пилот, а не механизм. Руки вроде твоих, вот что имеет значение. Но сердце... Не обязательно впадать в крайности, Ахмед. Автомобиль непобедимый. Непобедимым делают оба этих аспекта, когда идут рука об руку. А знаешь что, чемпион, давай подокажем Ахмеду, что погода делает не одно только мастерство пилота. Объедини свои способности с выдающимися возможностями. C11, и отдавай свою первую позицию никому. Не отдавать. Один круг. Защитить позицию. Тоже должно быть без особых проблем. Соперников уже меньше. Понеслась. Мартина Сантосабана. Борьба там за второе место. Так, мы отрываемся хорошо. Особо проблем не должно быть. Перемещаемся под финиш. Отрыв приличный. Минута 53, 0.53. Цифры, ну да, четкие попадаются. Похоже, получается. Чемпион, кажется, последняя гонка слегка взбодрила Ахмеда. Давай оставим ему хорошее впечатление. Чистая победа и без хода с трека. Использование автотормоза не допускается. О, неплохо. А, это рывок. Я думал, всю трассу придется ехать без автотормоза. Так, 277. Так, Порш поехал. Чё так земля трясется? Тормозим. Немножко здесь. И набираем скорость. 279. 58. Без ремонта ходим на следующее задание. На новый этап. По наградам. Голды уже нету. Но можно компенсацию взять. От всей души благодарю за все, друзья мои, но боюсь, придется мне вас сейчас покинуть. Возможно, завтра увидимся, хотя кто знает, что день грядущий мне готовит. Что ж, хотя бы улыбнуться разок нам удалось его заставить. Думаю, я знаю, в чем проблема. Ахмед считает, что C11 был чудо-однодневкой. Надо доходчиво ему все объяснить, и мне как раз пришла в голову одна мысль.
По-моему, отлично, Эрик. Организуй все необходимое, и я завтра все улажу. Мы остаемся в спа, поэтому выспись как следует. А где Майкл? Уф.